Всем привет из Северодвинска. Прилетели мы, доехали. Хорошо, только, конечно, сегодня Аэрофлот Шереметьево сошел с ума в встрече олимпийцев, и половина нашего багажа осталась в Москве. Но ничего, обещали завтра утром привезти. Так что за моей спиной Северодвинск, вечный огонь, -22 или -23 градуса, морозно, но настроение хорошее. Так что всем доброго вечера, северодвинского мороза и такого позитива северного. Так что, корольки мои, завтра на концерте встречаемся. Пока.